Что-то назревает, Гулбаат, вокруг Грузии, если посмотреть на острую полемику с Западом, да и внутри Грузии? Да, вы совершенно правы. И вокруг Грузии, и внутри Грузии назревают серьезные процессы и грядут также серьезные перемены, насколько я могу судить, в свете выборов предстоящих парламентских. Партия власти, она начинает терять позиции, уже проигрывает в информационной войне. И то, что работало еще несколько месяцев назад, те постулаты, которые подавались населению в качестве однозначной истины, сейчас они зашатались. И поэтому уже как бы партия власти не может себе гарантировать победу, убедительную победу, во всяком случае. Сейчас речь о том, насколько сильно она может проиграть. Но сильно она проиграть в цифрах не может. У власти есть свой стабильный электорат и административный ресурс, но она далека от победы конституционным большинством, к чему она стремилась все это время. А вокруг Грузии, Грузия, да, всегда интересно, как часть геополитической системы в нашем регионе и в более широком смысле в нашем регионе, Ближний Восток, Черноморье и Каспийский регион. Вот в этом раскладе Грузия, конечно, сохраняет за собой интерес, как бы является объектом интереса всех крупных держав. И соответствующим образом идет вот это созревание ситуации. С одной стороны, есть силы, которые активно вмешиваются, это Запад. И есть силы, наши соседи, начиная Россией, заканчивая Турцией и Азербайджаном, которые очень пристально наблюдают. Ну, Россия проявляет большую активность на вербальном, на дипломатическом уровне и как бы сопереживает, скажем так. Вот. А Турция и Азербайджан, они молчат, но продолжают как бы работать, в том числе и Армения. И Армения, ну, я отдельно взял Армению, и Армения тоже активизировала свою дипломатию в отношении Грузии, но ничего какого-то серьезного влияния это иметь не будет. Вот это соседская, так сказать, да, политика, да, в отношении, да, Грузии. Гулбаат, вот заявление президента Грузии. Да. Парламентские выборы в Грузии имеют экзистенциальное значение. Да. Не преувеличено это, да? Нет, нет, это очень важно, конечно, и грузинские выборы сейчас не такие, ну, очередные выборы, скажем так. Они обязательно повлияют на внешнеполитический курс, дальнейший внешнеполитический курс страны. И в этом отношении, значит, и США пристально следят, и другие страны, поэтому внешняя политика Грузии для них не без разницы, скажем так. Да, да. По некоторым оценкам подходит российско-грузинский момент истины, так это? Ну, на самом деле не так. На первый взгляд может так показаться, но стороны не готовы. Особенно грузинская сторона не готова совершить прорыв в отношениях, восстановить дипломатические отношения с Россией и вести такой честный, открытый диалог с Москвой по всем направлениям. В России больше вот, политическая элита созрела к этому. Может быть, не все и не полностью, и не обязательно это, но очевидно, что Россия проявляет большую готовность, чем Грузия, к этому. И вчерашние, в общем, такие заявления, я не знаю, ваши зрители и слушатели знают об этом или нет, но на заявление Лаврова, министра, да, иностранных, да, дел, да, 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 откликнулся почему-то мэр Тбилиси Каладзе,
который сделал, ну, такое несерьезное заявление, целиком популистское и далекое от реальности. Он сказал, что, ну да, мы очень это приветствуем, чтобы нам Россия посодействовала в диалоге с абхазами, осетинами, но надо начинать с плана отвода или вывода российских войск с этих территорий. Ну, что, конечно, еще раз подчеркиваю, это нереалистично и полностью пропитано популизмом. Это как бы в порядке вещей в предвыборной кампании, но когда уже задеваешь государственные интересы, это безответственно, я считаю. Но таких безответственных заявлений у нас много, к сожалению. И непонятно вообще, Грузия имеет Министерство иностранных дел. Вообще, кто наш министр? Я с трудом, если вы сейчас спросите, как его фамилия. Я честно сейчас, я не иронизирую, вот сразу в голову не приходит его фамилия. Потому что Министерство иностранных дел у нас очень пассивное, ну, практически беспомощное ведомство, получается так. Просто штампует, оформляет какие-то письма, которые исходят от премьер-министра или других вот влиятельных фигур грузинской политики. Но МИД никакой, вот в отличие от той же России, Лавров сильный министр, он очень влиятельный, помимо своей сферы в правительстве, он имеет большой вес. А у нас нет, вот личность такая блеклая и непонятная тоже. Я на личность не перехожу, но все-таки личности имеют значение в политике. И у нас вот МИД совсем потерялся, и непонятно, почему мэр Тбилиси такие заявления делает. МИД его не поправляет потом и ничего не делает и не предпринимает. И поэтому я уверен, что эта грузинская мечта, она уже обречена, она ничего так не достигнет на этих выборах. Вот из-за такой беспринципной позиции и аморфности, своей аморфности и бестолковости, скажем так. Гулбат, скажите еще одно. Противостояние президента и правительства может повлиять на результат выборов? Может повлиять, потому что президент все-таки президент. У этой женщины заканчивается срок в ноябре, истекает президентский срок. Но она продолжает весь месяц исполнять обязанности. И пока новый президент не избран, будет продолжать выполнять обязанности президента. И у нее есть свои рычаги конституционные, да, она не является главой исполнительной власти, но, тем не менее, это не совсем так, что символическая фигура. И если у нас разразится серьезный кризис, выльется это в уличные опять вот акции, противостояние примет уже какие-то иные формы, более опасные для государства, какие-то моменты могут быть использованы президентом. И заявить президент, что вот я как президент, ввиду того, что надо спасать ситуацию, опираясь на конституционную норму, что Грузия обязала себя сама войти в ЕС и в НАТО, и мы этот европейский курс сейчас теряем, так и так далее, и так далее, и вот я заявляю это и это, понимаете? И оппозиция ее поддержит, и как-то вот будет какая-то легитимация, конечно, очень сомнительная легитимация, но процессы будет прикрывать президент. Вот это очень важно. И как я так улыбался, когда некоторые говорили у нас, что вот президент, она уйдет в отставку и возглавит какую-то оппозиционную партию. Зачем ей это? Она правильно сохранила за собой пост президента и будет крышевать, извиняюсь за такое слово, будет это делать она в пользу оппозиции. И это не она придумала сама, это, по всей видимости, установка такая, которую она получила из Запада. И это полностью как бы порядки вещей политики Запада. Вот такая политика.